Вітаю вас, мої маленькі друзі, у своєму чарівному лісі. Сьогодні вівторок, і ми завітали у гості до дуже талановитого митця Ксенії Сергіївни Доброчинської. Зараз вона зі своїми маленькими помічниками розкриє для нас секрети малювання. Тож готуйте всі необхідні матеріали. Починаємо творити. Здравствуйте, ребята. Я Ксения Сергеевна, и сегодня мы с вами попробуем нарисовать мышку. Я вам расскажу, как она рисуется. Для этого нам нужна пастель и лист бумаги. Рисуем ромбик. Это будет голова нашей мышки. Потом от ромбика рисуем овал, пошире его делаем к низу. Это будет туловище нашей мышки. Теперь нам надо нарисовать ручки, ушки. Ушки будут большими полукругами. И лапки. Лапки тоже полукруги, только маленькие. Когда основные формы нарисованы, нам можно приступать к проработке деталей. Добавляем детали нашей мышки. Рисуем ей глазки. Чуть ниже носик. И можно сразу сделать ротик. Можно ее улыбнуть, чтобы она была радостной мышкой. Когда линейное построение закончено, можно приступать к раскрашиванию нашей работы. Когда мы раскрасили основным тоном нашу мышку, нам надо теперь пастель растереть по бумаге. Делаем это просто пальчиком. Теперь можно добавлять другие цвета. Для того, чтобы мышка была объемная, мы светлый тон добавим в серединке, а по краям добавим темный тон, можно даже черный. Для того, чтобы нашу мышку сделать пушистой, я возьму специальную силиконовую кисточку. У кого нет такой кисточки, тот может воспользоваться обычным ластиком. Единственный момент, на ластик нельзя давить. Нужно растирать легонечко. Когда наша мышка готова, нужно сделать в глазках блики, чтобы было видно, что на нее падает свет. Вот такая вот мышка у нас получилась. Пробуйте сами, что получится у вас. На этом наше занятие сегодняшнее окончено. До новых встреч!